Приветствую на своем канале. Сегодня у нас рубрика «Новогодние подарки». Ну, то есть такой вот фиксатор, третий бутылек. Наверное, за последние полгода я себе приобрел на Новый год. Я сделал себе подарок. Четкий вообще. Рекомендую. То есть он может использоваться как фиксатор винтов, гаек, ну также и втулок. То есть можно намазать какой-то изношенный подшипник на сам картер, двигатель или что там, чего-то. Ну и туда вставить, все будет четко. То есть Нижний Новгород. Плюс 250 градусов эксплуатации соединения. Рекомендую. Ну, если вы решили минут через 20 хотя бы разобрать соединение, которое вы закрутили, то, я думаю, ничего у вас не получится. То есть фиксирует капитально. И греть тоже бесполезно. То есть 250 градусов – это рабочая температура. Обычно все фиксаторы резьбы, которые используются в каких-то мастерских по ремонту бензоинструмента или чего-то, у них рабочая температура плюс 150. При трудностях в разборе соединение нагреть до температуры выше 270 градусов. То есть, если у вас поблизости какой-то пластик, ну, ему будет пиздец. То есть, даже через 20 минут фиксирует так, что если у вас какой-то пластилиновый болт, то его свернет. То есть, резьба останется в картере в каком-то теле. Ну, а то, что вы хотели открутить, оно останется в руках. Поэтому вот такой вот герметик рекомендую использовать очень аккуратно. То есть, не как по схеме смазываются две детали, а тонким слоем и одну. Тогда еще будет шанс что-то открутить в этой жизни без нагрева. Ну, а на этом я свое видео заканчиваю. Всем пока!